Ребята, всем привет! Вы на канале Да я делаю синего друга. Я прошла видео, точнее, ну я его еще не выложила. Я снимала Боню, ну и Даню в одном и том же видео. Ну давай скажи что-нибудь. Что, Боня сказала что-то? Нет, ты. А что мне говорить? Моя собака. Что? Моя собака. Моя. Это моя собака. Нет, моя собака. Ты на самом деле это не моя. Моя. Ребят, как вы видите, ей ультра жарко. Кстати, вы видите, да, какая она жирненькая? Давайте я вам покажу, какая она жирненькая. Пухленькая, а не жирненькая. Она жирненькая. Пухленькая. Она жирненькая. Пухленькая. Так, ну вот, короче, она жирненькая такая. Толстенькая. Вот, ты хотела это, огород показать. Теперь показывай. Пойдем тогда вместе. Зачем? Ну, короче, вот я вам хотела показать. Ребята, это же ультра красиво. Ну, ладно, давай. Подержи пока телефон и покажи Боню. Боню! Ты что снимал? Тебя снимал. Ну, так. Ну, ребят. У нас тут веселая компания, как вы видите. Я Боня и Даня. Самая милая из них – это Боня. Ей очень жарко. И ультра жарко. Блин, я хочу ее прям в реку клюкнуть, она так вообще. В реку? Угу. Когда я была на ДРЭ у Кристины, мы вообще Умку, это ее пёсика, вообще бухнули в местное озеро. Это было не так круто. Правда, он с Куилу упирался. Но это, видимо, он просто не понимал, куда его ведут. Еще она боится в машине ездить. Да, я подтверждаю, ребят, она очень сильно скулит. Я вообще... Только она любит в окно выглядывать. Ну, в смысле, там запахи разные. Прям как Фибка. Ребят, вы же помните, у Фибки уши стоят? У нее тоже, кстати, уши стояли. Она так смешно с этими ушками выглядит. Ребят, ну, всем пока.